Друзья, всем привет! Я нахожусь в кафе Куту Плюс. Оно находится в резиденции Sunny's Blue Residence. Новый дом. Вот так вот выглядит открытая, так скажем, терраса, навесы. И сейчас мы заходим внутрь этого кафе. Посмотрите, как это все выглядит внутри. Это наружная терраса. Здесь бутылки с вином. И проходим в зал. Посмотрите, как стильно оформлен зал. Там стоит тандыр, большой печь, где вечерами пекут пиццу и различные другие вкусняхи. Вот в такой печи. Здесь делают шикарнейшие завтраки. И мы сюда пришли как раз на завтрак. Посмотрите, как классно все делают, как красиво. Чок гузель. Очень все красиво. Здесь барная стойка. Напитки. Вот такие вот тут напитки стоят. Трехлитровая водка, майот. И вот он наш завтрак. Посмотрите. Бюлен. Окей. Все. Мемет. Окей. Да. Посмотрите, как шикарно все выглядит. Чок гузель. Прямо. Чайники еще. Чок гузель. Здесь, посмотрите, какие аутентичные чайники. Завтрак. Вот эти все блюда нам ставят на стол. Мы на 12 человек заказали 4 комплекта завтраков. Нас 12 человек. Здесь 4 комплекта завтраков. Вот это все наше. Ну и также здесь классная детская комната. Детишкам поиграть, повеселиться. И сейчас еще я вам покажу, как здесь выглядят туалеты. Абсолютно современные. При входе в туалеты стоят кресла, столик, посидеть. Итак, женский туалет, без ручки, двери без ручки, туалет, комната с маленьким ребенком, так скажем. И вот мужской туалет. Обратите внимание, ручки на двери нет, открывается туалет вот таким образом. Прислонили руку, даже руку не надо прислонять, подвести руку к датчику, и туалет открывается. Всем привет, чок гузель. Туалет выглядит вот так вот. Комфортно, стильно, чисто, аккуратный, с приятным ароматическим запахом. В туалете приятный аромат свежести, приятный аромат свежести в туалете. Посмотрите, как выглядит он классно. Система вентиляции, кондиционирования воздуха. Очень классный аромат. И опять же, при выходе из туалета всего лишь подносим руку, касаться не надо, и дверь открывается. Дверь открылась. Ну и я иду наслаждаться нашим шикарнейшим, красивым, ароматным турецким завтраком. Посмотрите, друзья, как это красиво. Просто шикарно.